Всем большой привет, и я хотела с вами поделиться... Бог с ним, это моя тележка для базара, которую я раньше использовала. Хотела поделиться своими, в общем, мыслями, что, я думаю, ни для кого не секрет, кто сидит на моем канале. У меня была, в общем, затяжная такая депрессия, короче, меланхолия, такая лютая меланхолия, ничего не хотелось делать. И... Я начала бредить тем, что у меня появлялись какие-то новые, не знаю, хобби, не хобби, короче, какие-то новые занятия. Я открывала новый канал и заливала как бы туда. В итоге получилось так, что у меня куча-куча разных каналов и каких-то, знаете, соцсетей. Там, в общем, у меня был какой-то второй Инстаграм, второй Ютуб-канал. Я потом это говорила уже. И все это по чуть-чуть, конечно же, тянет энергию. И получается так, что я уже не чувствую какую-то один вектор направления. И вчера я подсела, смотрела Настю Ивлееву. И я смотрю, она вообще на свой канал заливает все. То есть у нее просто один канал на Ютубе. Она там какие-то шоу, не шоу, какие-то влоги, не влоги. То есть прям вообще все. Ну, на что у нее есть авторские права, она... загружает все на один свой канал и вообще счастлива. То есть ей как бы пофигу, там какая-то у нее там разная тематика, не тематика, все. Везде, где есть она, это все одна и та же тематика Настя Ивлеева. Я подумала, боже, какая ты молодец. Реально это здорово. Во-первых, она не распыляется в разных направлениях, она бьет как бы в одну точку. Иди сюда, Рыжик, иди. Коты. Вот, и это... создает как бы общую картину, да, собственно, кто такая Настя Ивлеева. И это очень прикольно. Так, я тут села прямо на улице, и у меня ходят вокруг соседи. Я думаю, никого это не будет прям люто смущать. Короче, я пришла к выводу, что это лучше, да, это лучше, когда есть какой-то один сервис, и периодически именно его, ну не периодически, а постоянно желательно, ну, в общем, постоянно только за ним следить. Это реально гораздо проще. Поэтому аллилуйя, до меня тоже дошло, что я буду делать так же. Все будет на одном ресурсе, и сюда я решила заливать свои и влоговые, и философские, и рассудительные, и размышляловские видео. Поэтому все, кто против, срочно отписывайтесь, потому что сейчас пойдет какая-то лютая философия. Ну, по крайней мере, мне нравится сейчас об этом говорить, я чувствую от этого энергию. И еще, кстати, я заметила, что если, допустим, передавливать канал, да, как, допустим, я передавливаю, да, вот здесь я делаю только вот это, вот здесь я делаю только вот это, то есть как бы так сдавливание, да, то энергия, такое ощущение, что вообще уходит, и я просто лежу как вареная морковка на кровати, ничего не хочу делать, мне ничего не нравится, у меня нет никакого вдохновения. Как только я упрощаю все, то почему-то все начинает, откуда ни возьмись, появляется энергия. И еще, кстати, хотела сказать, что я планирую снова запустить стоковый иллюстратор на 2021 год. И скоро будет анонс, то есть я как бы дам анонс. Это будет просто работа со мной, да, то есть это будет на стоклансе, то есть там будут именно видосы с комментариями, то есть я буду все пошагово рассказывать. Если кто не в курсе, что это такое, я оставлю ссылку внизу, вы посмотрите на предыдущие блоки, у меня даже есть один блок полностью исламу посвященный, он бесплатный, вот, он бесплатный, можете посмотреть его, если вам понравится моя техника говорения, объяснения, вот, то есть в таком же абсолютно режиме будет проходить следующие блоки. Просто я добавлю то, что будет живое общение во время того, как он будет записываться, и будут совершенно другие темы, то есть будет уже не религиозная тематика, а просто как раз я там покажу, как я, допустим, подбираю тему какую-то актуальную, которая сейчас, на какие темы вообще рисовать, чтобы это было продаваемо, как я подбираю темы, как я как бы, не знаю, подбираю конкуренцию, да, вот просто как смотрю, аналитика какая-то, как я это все дело отслеживаю, и будем отслеживать, рисовать что-то свое на вот конкретную тематику. Вот, такой у меня был Клайгесен.
Вот, в таком режиме у меня проходили все мои предыдущие блоки, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас это будет уже, наверное, там 9, 10, 11. Да, у меня такой небольшой сериал, собственно, вот я как живу, стоковая моя жизнь, собственно, я вам записываю, делюсь. Кому интересно, просто напишите в комментариях, мне интересно. Вот, и как, не знаю, если такие комментарии будут, и кому это будет интересно, то я действительно запущу анонс и буду записывать следующие блоки. Да. Цена будет чисто символическая, то есть я планирую 900 рублей блок. То есть если кто-то хочет сразу все три блока взять, это на год, да, то есть у меня в году три блока будет всего. Вот, то есть там, по-моему, за все три блока. Ну, я еще, короче, посмотрю по цене, если это будет вообще актуально. А, и еще я покажу, то есть сейчас там изменения. То есть там на шаттер я гружу в основном сейчас только растер. Если вектор, допустим, не проходит по размеру, да, то есть какие-то такие виды изменения. То есть если вы как бы тоже стокер, да, или начинающий стокер, думаю, вам это будет интересно и полезно. То есть как я выхожу из каких-то таких вот ситуаций, где вот... Ну, да, то есть уже много лет этим занимаюсь, и много разных всяких изменений было там. Где-то что-то урезают, обрезают, там видоизменяют. Рыжик, ну иди сюда. Вот, то есть как я сейчас подстроилась под новые реалии. Зарабатывать на стоках абсолютно реально, даже несмотря на то, что шаттер снизил выплаты. То есть, как видите, я живу, как бы я... То есть, если для вас там... От 300 до 500 долларов это деньги, да, то есть если для вас это отличная, не знаю, подработка или, ну, на 500 долларов можно даже, в принципе, жить, да, то есть если для вас это супер, то присоединяйтесь, будем развиваться. Однозначно надо именно будет повторять, именно практиковать, то есть это будет не теоретический курс, это будет именно практический курс. Так, у меня там кто-то рубит дрова. Вот, то есть если для вас это будет актуально, то пишите в комментариях, мне интересно, и я сниму анонс. Вот, ну и спасибо, что вы посмотрели это видео, надеюсь, как-то все наладится, не знаю, если у вас тоже какая-то осенняя, или, да, еще зима не настала, да, у нас вот в Турции, в принципе, непонятно, где зима, где весна, тут два времени года, это лето и осень, вот, поэтому как бы у нас осень плавно перетечет в зиму, зима плавно в весну, и дальше будет просто лето. Все, всем спасибо за внимание, и всем пока.